Максим, ты же помнишь Америку? Ничего не поменялось. Это я к тому, что Максим, который сейчас смотрит за камерой, помнит, как мы ездили в Америку. А это дело-то было в 1997 году. Камера была немножко другая, сейчас она, конечно, покруче. Но мы вам демонстрируем то самое место, в принципе, да, которого и тогда в Америке не было. Тогда, честно тебе скажу, что американцы не ездили в топе на последних моделях, нет. Тогда все ездили, да, может быть, и сейчас они так же ездят, я не знаю, о чем идет речь. Но сегодня, сейчас Магнитогорск, он очень красивый. При этом Магнитогорск, он реально знаменит тем, что у нас есть замечательная хоккейная команда «Металлург», замечательный металлургический комбинат и замечательное то самое место, в котором мы вам показываем те машины, которые вы можете себе купить спокойно, ровно и, кстати, дешевле, чем в торговых центрах, которые здесь тоже пруд-пруди. Конечно, это процедура докрутки. Не каждый понимает суть процесса. Суть процесса – постоянное появление на телевидении сюжетов. Потому как мне сказал юный азербайджанский деятель от 12 лет, он знает, за кого проголосует. Это юность, а это опыт от 5 либо 7 компаний. Только телевидение рулит, а круче автостопа в природе только Top Gear. Но он меняет журналистов, а автостоп нет. И вопрос, где не замерзнуть и где машины проверенные и в цене меньше оригинала, так это магнитная 111. Вы не замерзнете, и вы в состоянии качества, обеспеченного постоянной диагностикой и устранением неисправности, возьмете себе отличный автомобиль и уважаемый по цене. А вот цена. Так вот, этот Mercedes сразу нашел покупателя. Это реальный топ. Его забрали же. Вам нужен новый ВАЗ? Он здесь есть. Я ничего не расскажу, но покупка в кредит автомобиля с использованием Best Auto принесет вам налом и дешевле сумму, необходимую для покупки жилья. Вот как! Это про новые машины. С небольшим дискаунтом вы получите деньги. И это будет в разы проще поиска суммы для покупки жилья. А человек, хотящий дешевле, оформит здесь кредит. То есть все получают идеал. Вы деньги, человек новую машину, но дешевле, чем в дилерском центре. И сложного в этом ничего. Где такое? На магнитной 111. Чем Best Auto отличен от других? Во-первых, это не тотальная продажа машин. Потому что люди, во-первых, думают о своем предназначении. Представляете, если люди приехали сюда и сказали, что здесь неправильные вещи. Нет, они делают и думают. И вы даже не... Тут даже разговора нет. Когда машина берется, во-первых, она проверяется экспертами, естественно. Во-вторых, если что-то уж внезапно случилось, то я бы вам так сказал, здесь по большей части есть гарантия. Небольшая, но она есть, понимаете? Не тотальная гарантия, а нормальная. То есть вы уехали спокойненько на нормально работающей машине. То есть здесь проверяется все. То есть мы когда с одним моим товарищем смотрели машину, недалеко здесь было, да, посмотрели одну машину, и оказалось, что в масле оказывается тосол. А здесь такого не может быть. Во-первых, они такую машину сразу не берут, это вот сюда, берут из песни к другим конторам, которые занимаются такими делами. Здесь нет. То есть даже если подвесточка застучала, это несложно, не поменяет. Ну, тут вопросов не возникает. Теперь вопрос номер другой и ответ номер другой. Мне говорят, что невозможно сейчас купить нормальные джипы. Я говорю, что можно купить абсолютно нормальные джипы. За моей спиной находится три джипа. Передо моей спиной находится еще один джипчик. То есть, в принципе, эти машины не возникают, и вы не втираете энная сумма деньгов в то. То есть они не стоят ни по 2, ни по 3 миллиона рублей. Они стоят гораздо дешевле. И при этом качество то же самое. То есть, если что-то, не дай-то бог, случилось, мы знаем. Ну, мы знаем, о чем идет речь, да? Вы должны купить машину круче, чем у соседа, да? Но внезапно такое же может случиться, что ваша машина бабахнулась. Бывает такое. Вы спокойненько берете денежки, либо свои денежки, либо кредитные. Давайте все-таки определимся. Если бы не было кредитов, то перед вами стоял бы человек, который бы снимал квартиру. А я через кредиты сделал себе все жилищные условия, естественно. Потому что без кредитов жизни не существует. Или вы думаете, что американцы такие хитроковарные?
Нет, они... А все, практически все американцы, все в кредитах сидят. Да, у них денег немного больше. Ну и что теперь? Но мы говорим о чем? Мы говорим о том, что в России также вы можете жить, беря кредиты и живя нормально, нормально и ровно, рассчитываясь кредитами. То есть, видя цены, видя состояние, видя удовольствие, вы видите возможность их купить в два раза дешевле. О как, это мы про джипы говорим. А теперь, определившись ценой, я внедряю, что все машины новые – это как трехкомнатная квартира. У нас есть разные планировки, но зачем? Проще купить в два раза дешевле с минимальным пробегом, а можно и в три с таким же пробегом. Вот теперь вопрос на засыпку. Вы купили новинку и прокатились зимой до Челябинска или хорошо до Банного, или в городе попали под песок. И о, нет вашей новой машины. То есть хлоп, и ваши 3,5 миллиона превратились в 2. Так зачем вы тратите, когда новые машины – это максимум лимон, а в действительности дешевле? Я понимаю ваши понты, но зачем переплачивать дилеру, мне непонятно. Best Auto, во-первых, смотрит с целью увидеть недостатки, убирает их, дает возможность в 20 банках оформить кредит, и если честно, то я не видел недовольного покупкой человека. И давайте определимся насчет кредитов. Чтобы вы не бегали никуда, вы можете спокойненько здесь подняться на второй этаж и подождать, и, возможно, даже в некотором количестве вам эти кредиты оформят. Особенно тем, кто ни разу в кредитных историях не замешан был. Это легко, вот это вообще легко, понимаете? Тут даже никуда не ходи, это делается просто. То есть, если вы никогда в кредитных историях не были замешаны, вам спокойненько в этот же день оформят кредит, и вы берете себе качественную машину. Вопрос такой. Мы находимся с отличными машинами. Я сейчас объясню ситуацию. В связи с тем, что, как бы вам сказать, то я не противник то, что делается в России, в Магнитогорске. В Магнитогорске дороги не солят, но в других местах они солят. Я внимательно посмотрел и вам серьезно говорю, что продукция компании Volkswagen, Audi, Skoda и Lamborghini, ну туда еще относится, знаете, такая контора под названием Porsche, они не гниют. Я вам говорю, а вы сами думаете, какие машины можно взять. Это совсем или даже это не базар. Это работа, с которой справляются. И в случае полного отсутствия у вас понтов, при необходимости двигаться, вы это решаете и не попадаете в течение нескольких месяцев в сервис. Вы в любом случае туда заедете. Но при качестве можно машины менять и здесь же. Это для тех в голове, у которых есть ум. У всех есть. Тогда все решается просто. Вам дружить надо с теми, кто продает вам машины на Магнитной 111. Best Auto. Да-да-да-да. Мы с Максимом спорим, естественно, другого варианта нет. Потому что Максим добрый товарищ, а я злой. Да, я такой злой. Это у меня злость такая возникает. Потому что мы говорим про эту машину. Это та машина, которую вы можете купить за 2,5 миллиона рублей. Плюс тогда еще и допов нафигачит по самые кривые помидоры. В данном случае вы можете эту машину купить с пробегом бешеный, просто бесконечно. 17 тысяч! И машина, ну, практически в два раза дешевле. Алло, 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 вы где? Вот, берите машину, вот такая. Знаете, чем мне нравится Магнитогорск? Это, поверьте, один из лучших городов мира. Он практически прямой. Он уникален дорогами, он приятен трамваями. О других вещах не говорю, но добраться до Магнитной 111 легко. Даже без машины. Ну, бывает такое. А вы не знали? Ну, посмотрите, как у нас бьются машины. И это от 3 месяцев, когда вы получите деньги, когда вам восстановят, до полгода, а может и года, трамвай, маршрутка или другая машина здесь в Best Auto. Я серьезно объясняю, почему у американцев 2 машины. Это норма. Одна на случай развала, а развал может быть по причине отсутствия корзины сцепления, ну или стойки. И тогда вы берете здесь, что вам послужит дольше и больше, и вы можете это купить. И делается это просто. Итак, добраться до суда достаточно просто и легко, даже если с вашей машиной что-то случится.
То есть магнитная 111, две трамвайная остановка прямо напротив находится, и рядышком вот, вот тут автобусная остановка. То есть, в принципе, даже бегать никуда не надо. Вы зашли спокойненько, получили качественное удовольствие, выбрали себе нормальную машину и уехали. Это можно сделать. И для этого работает Best Auto, которая располагается здесь, в Магнитогорске, на магнитной 111.